расскажи, каково быть брошенной, самым лучшим, любимым, преданной, засыпать, вспоминая прошлое, в своем сердце хранить вселенную. Расскажи, каково быть девочкой с чутким сердцем, с душой отважною, утонувшей в любви доверчиво и сгоревшей в ней же заживо. Расскажи, каково быть раненой всего словом, всего мгновением, ненавидеть его так пламенно, но в глазах находить спасение и мечтать, засыпая вечером, чтобы сердце больное зажило. Расскажи, каково быть девочкой в своих чувствах сгоревшей заживо.